Щойно ми приїхали, як КАМАЗ із будсміттям від'їхав. Мешканці розповідають, з ночі було чути біганину на горищі. Припускають, що причіп вантажили сміттям від згорілої покрівлі. Спеціально до приїзду підрядника, що займався покриттям. Я дивився футбол, телевізор і почав все те саме. Десь все в 11. І до півтретього звуки. Нигде не объявление, что будут убирать, не убирать, что там творится. Вот по нашему подъезду было слышно хорошо, они начали вывоз мусора, потому что в обязанности их, то, что они там были остатки шифера, той кровли, которая сгорела, они должны были этот мусор весь убрать полностью. Мусор этот лежал до последнего времени, вот до вашего приезда. Хоча сміття – проблема другорядна, адже є претензії до якості покрівлі. Мешканець будинку пан Андрій – будівельник з 40-річним стажем. Тому огріхи виконавців робіт бачить неозброєним оком. Потім ливневая система зроблена невірно. Ось ця труба вуглова, вона не приймає воду, вона піднята вище, ніж жолоб. Тому, коли жолоб наповняється, через борта жолоба вода течет по стенам. Это очень хорошо видно со стороны Скориковского переулка. У людей мокрые стены, соответственно, отлетает штукатурка. Вот, пятые этажи все подтоплены. Довго на улице не сперечаемось. Поднимаемось на горище. Вон просвечивается свет. Да, ну правильно, там же опять же сверху конек лежит. Где? Ну как, сверху, на гвозде идет конек. Как конек же идет ровно? Я не возражаю. Сама крыша идет волной. Как же мы ровный конек положим на волну и не получим света? Раз, и вот он, два. Да, потом вот у тебя пальцы, вот это да, 15 сантиметров. Да, вот это они сошлись между собой. Да, вы потом накрыли коньковой планкой. Ну, профилем коньковым. Но он должен, ну, хотя бы перекрывать сантиметров 5-6. Так он и перекрывает. По краю. Откуда столько света? Після тривалої дискусії та ревізії порозуміння вдалося досягти. Остаточним аргументом стало відео, що його зняли на телефон мешканці. Смотри, скільки води. Це після небольших дозей свого начальника. Позови сюди, пусть посмотрит і не розказують сказки. На мой взгляд, що как бы, кровля зроблена і... Я к ребятам своим претензий особо не имею. Да, есть какие-то недочеты. Мы эти недочеты устраним и полностью с жильцами идем навстречу. Однозначно все это будет устранено, то, что говорят жильцы. Если это будет, конечно же, в планах разумных. Да? Документально это подтвержду, что я отвечаю за свою работу и там, в течение 2 лет я буду здесь находиться и устранять определенные, там, если будут какие-то возникають питання, я їх буду определенно устраняти. У короткий термін підрядник обіцяє зробити так, що комар носа не підточить. А поки що мешканці вимушені хвилюватися за прийдешні морози та зливи. Евеліна Михайленко, Тарас Іванов, новини 9 каналу.